Глава района Андрей Дорошевский с рабочим визитом посетил поселок Черноморский. Ранее к нему обратились жители поселения, проживающие в многоквартирном доме по адресу Суворова, 3. Запах канализации из подвала буквально отравляет жильцам жизнь. Жалобы в местную администрацию результатов не приносили. Андрей Дорошевский приехал проверить обстановку лично. На данный момент поселковая администрация поручений главы района не выполнила. Подключайтесь, созвонитесь. Это ваша зона ответственности, ваша территория. Управлять, почему вот я должен в этом разбираться сейчас, Сергей Васильевич? В чем проблема? Скажите. Ситуацию глава района взял под личный контроль.